Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Арест, сын Агамемнона и Клитемнестры. В отместку за вероломное убийство своего отца, Арест убил любовника своей матери Эгисфа. Гомер не говорит прямо, что Арест расправился и со своей матерью, однако это подразумевает. Гомер не сообщает никаких подробностей об аресте. Просто он говорит, что Эгисф правил на Аргосе 7 лет, пока его не убил Арест. Так что, по-видимому, греческие драматурги, создавая трагедии на тему предания об Аресте, следовали не Гомеру, а Стесихору, автору утерянной Аристеи. В своей трилогии Аристея Эсхил специально акцентирует тему вины Ареста и преследующие его проклятие Пелопова дома в виде Ирини или Фурии. Преследуемый богинями мщения, Арест оказывается в Дельфах, где Оракул сообщает ему, что он должен вернуться в Афины. В Афинах Ареста привлекают к суду, но Ареопаг, благодаря заступничеству самой Афины, его оправдывает. По словам Павсания, он своими глазами видел алтарь, на который возвели Ареста в знак его невинности. В Аристее и Схиле на сцене появляется сама Афина и успокаивает Ирине, сводя их в подземное царство. После чего злые Ирине становятся благими Эвменидами. Справедливость олимпийских богов побеждает обычай кровной мести, заведенной древними хтоническими божествами. В трагедиях Софокла и Еврипида Фурия представляет собой лишь плод болезненной фантазии Ареста, и драматургов интересует прежде всего разница характеров Ареста и его сестры Электры. Согласно Еврипиду, для того, чтобы избавиться от мух совести, Аресту было необходимо перевести в Грецию из Тавриды статую Артемиды. Культ этой статуи существовал в Аттике, однако Павсанию ее показывали в Спарте. Кроме того, Павсаний видел в Спарте могилу Ареста, прах которого был перевезен туда по требованию Оракула в середине 6 века до нашей эры. И у Софокла, и у Еврипида Арест показан слабохарактерным человеком, находящимся под влиянием Электры. Также его обычно трактует и в современных вариантах этой драмы. Ну вот так вкратце о Аресте, сыне Агамемнона и Клитемнестры. Пока-пока, до свидания.